Доброе утро. Здрасте. А, доброе утро, спать хочу. Здрасте. Я не заметил, что ты как. Я к вашей справа. Что значит? Слышь. Суп будете кушать? Через 10 минут. Я так и знала. Ловите. Да, бывает. Был у ребенка шарик. Теперь нет у ребенка шарика. С тебя шарик с лапками. Номер карты знаю. Нет, с тебя шарик. Ну ладно. Номер карты не надо. Надо шарик. Надутый. Надутый. Ну хоть не знаю. Делаем. Ой, боже. Бывает это такое. Короче, делаю супик. Вот такой. Если честно... По-моему, в своей жизни я такой суп ела раза два. Но когда кем-то приготовлено, это одно, а когда сам, совершенно другое. Да, Зая? Так, получается, куриный бульон я сделала, это с курицей, да. Куриный бульон сделала, картошку покрошила, все покрошила, осталось вот это покрошить и закинуть. Ну, где там еду предлагают? Ну, смотри. Ой, ты что ты решила такой сварить суп? Ну, не знаю, захотелось. Я еще вчера за него думала. Похоже на суп-кашу. Я за него подумала тогда, когда мы грибы покупали. Захотелось сделать именно куриный суп с грибами и лапшой. Забыл, что оно такое. А мне я есть насыпать, что немного вообще. Вот это? Да. Так, и Костя. Надо у Тёмы спросить, будет такое? Ну, соседям скучно стало. Это хорошо, тревоги нету. Грибы. Так лучше. Тебя так видно хорошо. Да ладно. Костя классно музыку сделал, тише. Сейчас. Ты весь прям такой аж... Стандартный. Такой. Однотонный. Носки бежевые, костюм бежевый, кроссовки бежевые. Ну нет денег, но на еще один костюм. У меня их три всего лишь. Всего лишь. Но только даже если это самое, костюмов-то нету. Конечно нету. Это не все равно. Все окей. Так, Тёма с Костей в коридоре. Костя сходил за пиццей. Но пиццу так и не купил. Ну, там нет света. А если он сейчас и появится, то как минимум печь нагревается. Мы специально договорились, чтобы человек пошел, сходил. Говорит, давайте я схожу, все-таки закажу, пока мы там все соберемся, уже пицца будет готова. Да, сходил бесполезно. Нет. Сейчас будем искать где-то в другом месте. Надеюсь, багет! Опа, вот. Дякую. Тебя чему пиццу не принес? Потому что электричества нету из-за туповых артистов. Такая вот у нас аллея генераторов. Здрасте. Что? Мы будем голодными. Да, теперь будем голодными. Будем голодными. Что нам делать? К сожалению. Привет, там еду принесли. Выехать-то мы выехали, но понятия не имеем, куда едем. Надо какая-то пиццерия. Ну я еду, Ваня, вы куда? О, там очередь. Чуть меньше. Небольшая очередь, подумаешь. Деньги выдают. Нет, нам надо пицца, а потом Ваня. Может не пицца, может салаты. Может, какие может, салаты? Может котлеты в тесте. Давай мы сами заедем, запишем что-то слово, и мы купим сосисок в тесте. Ты оплачиваешь? Нам надо по две точно. Давайте лучше пиццу. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
Серьезно? Бензин еще на гривну подешевел, уже 52. Да на протяжении просто пара недель на 3 гривны. Да. Не знаю. Но это очень приятно. О, регулировщик. Мы успели. Повезло. А, сзади просто машина. Да, до последнего дождался, чтобы он повернули, потом изменил свою траекторию рук. Свою точку зрения, да? Да, свою точку зрения. Да, свою мнение. Ну вот зачем вот так вот на дорогу выходить? И вот люди по дороге идут. Боже. Бабушкам это нормальное явление. Да, бабушкам жить осталось. Поэтому пройду-ка я по центру дороги. Да, пускай меня собьет красивая машина. Собака, собака. По пешеходному. Лаваш. Лавашик. По пешеходному. Да, сам факт. Раздевались, интересно. А я что-то спрашивал. У Тёма взял разделся. Жарко вам? Нет, ну это как музыка на все. Ну да. Надеюсь, в бане тоже свет есть. Да, потому что лампочки мне не дают. Что это? А, приправы? Ага. Зачем мне тянуть? Доборщу. Прикольно. Так, а я хотела... Это тебе подарок за день рождения, бери. Я без них. О, слава богу. Ага, мудрый да, Че? Тревога. А у меня телефон в машине. Это прекрасно. Че тревога? Подожди, точно эту воду? А какую? Так это классика. А что ты хочешь, какую еще можно? Ну, во-первых, взял две одинаковых. Ну, две одинаковых нам не надо. А во-вторых, я хотела вишневую, я не хотела вот такую. Ну, а вишневой нет. Нету. Ой, она газирована. Такое. Я люблю ее. Где это делать? Очень. Что, красивый звук? Ага. Угу. Все. Ладно, пошли. Так. А что нам дальше? Нам 20 минут гулять, пока пиццу сделают. Пошли гулять. Шановні покупці, задля вашої безпеки, будь ласка, пройдіть у найближче бомбосховище. Увага, увага. Он? Не он. 25 пакетиков. 40 по скидкам. Возьми пару штук хотя бы. Вот чуть-чуть. Нож? Домой, да. Ай. А в баню будем какой-то чай брать? Да. Надо. Так он дальше. Иди проходи, дальше. Проходи, проходи, я еще посмотрю тут. Я нашел уже. А ты откуда вышел? А шоколадки тебе зачем? Одну мне, одну тебе. Пошли, я тебе говорю. Это хорошо. Шановні покупці, задля вашої безпеки, будь ласка, пройдіть у найближче бомбосховище. Пока. Пока. Іще звони називається, да? А зачем застігатися з магазином машин? Не знаю. Вдруг замерзнет. Ну да. А то так все нормально. А куда, в багажник или еду? Красивый. Да? Ой, а что это? Это комби? Нет, не комби, это просто универсал комплектация. Ой, красивенький. Хорошенький. Если не ошибаюсь, у него там... Тёма! У него там сзади было написано на 1700. Да? Вот. Моторчик, как у нас на нашем. Так, прекрасненько. А. Еда есть, переодевашка есть, пицца есть. Что нам в бассейн надо? Добавляют я воду. А? Я же кушать хочу. Вот пойдем переоденемся, погреемся, а потом будем кушать. Поднялась уже вода? Да, чуть-чуть. А до скольки он сказал, что было? Ну, я не знаю, ну чуть-чуть, наверное. Два кубика отверха, он говорил? Ну, вообще, как бы, да, но мне кажется, уже нормально, да? Ну, ладно, пускай еще поднимается. А быстро, слушай. Там, пошли, переодеваться. А, заметьте, он сказал со скважины. А, вода со скважины. Ой. Ну, да, вода будет свежая, свежая. Ну, ладно. Мы сейчас в ведро воды наберем, на камни и туда, на камни и туда. Вот так будет. А не упади. Разогнался переодеваться. А так раздевайся, сейчас я принесу тебе плавки. О, открыла. Я пить хочу, как не знаю кто. Боже, кто взял такие маленькие стаканчики? Алло. Чтоб много не выпили. Логично. Можно, если что, с бутылки? Я сейчас только в баню приехали.
Все, давай будешь? Позвоните. Ем солда, пока она холодненькая. Давай, все, позвони вечером. Голос из ниоткуда был. В миллиметрах. Ну да, вообще-то я черканулся. Я увидел, все равно это было миллиметры от разбития головы. Все, погнали, так. Вот это там. Все, пошли. Прекрасно. Тёма, я иду. Костя открыл, так сделал, посмотрел, расплакался. И закрыл глаза. А смотри, какой ты шумный делать с мячом. А что чайник никто не ставит? Ты поставила. Вода. А смотри, какой трюк научился. Так какой трюк 3 часа ночи? Сейчас как упадешь на нем, будет не очень романтично. Держи. Вот держу. Смотри, как я держу. А, да? Видишь, как держу классно. Силой мысли. Да. Ну и ладно. Походу наливай полный. Ну как полный? По максимуму, что это возможно. Ты чайник положишь? Не, оно вот так вот, когда этим самым водоворотом, оно... Хватит. Быстрее наливать. О-о-о. Кому-то чая не хватит, к сожалению. Ну ладно. Давай. А ладно, нам же хватало всегда. Да, нам да. О, Кость, я тебе даю. Давай, Степаня. Ой, тихо, тихо, сейчас закончится здесь все. Я тебе даю. Сумасшедшие. Идемте в баню, там Костя наделал уже тепла в бане. Была сауна, стала баня. Ты бей. Давай, иди, тебя все ждут. Я боюсь, этим, знаешь, ой. Ой. Это у нас ножки такие, если что. Раз. Ой. Два. Ой. Ты что, еще? Можно я хотя бы тут ножки сполосну, пожалуйста? Во, ты что там? Да там жарко. Понял. Грейся. Я пошел камеру на место положу. Давай. Я только что вытиралась трошки лицо. Руки лицо. Зачем? Просто руки достаточно было. У меня тоже колется. Да? Спинка, да. Так, что? Тёма, положи, пожалуйста. Сначала пиццу. Ну, серьёзно. Вот этот меня родители заставляли сразу кушать пиццу, а потом шоколадку. Ага. Не то слово. Меня сразу суп гороховый. А потом... То есть не вкусное, а потом вкусное. А тут и то вкусное, и то вкусное. А потом кисель. Положите, ладно, это шучу. Заставит рука, у тебя руки горячие после бани. Положи. Сейчас пиццу покушаем. Ну, что там будешь? Да? Четыре одинаковые. Прекрасно, я там баню еще увлажнил. Я пошел, стоп, кофе. Пицца. Так, две пиццы нам на четверых. Пока. Вот вам. Пополам и нам напополам. Не, ну Тёмику ж меньше, чем напополам. Тёмику дашь, там только два кусочка. Нет, понял? Половину, нет, два кусочка. Нет. Кость, Тёмику два кусочка. Понял, да? Тёмику два кусочка. Да есть два кусочка, Тёмик. Тём, потому что мы от себя тебе тоже дадим. А Костя хавает больше, чем надо. У меня же расход больше, я шкура. Ну да. Смотри, ты в тот раз съел вообще-то два кусочка только. Давай, если захочешь. Вот и от нас тебе, пожалуйста. И всем будет четко. Просто Кости будет на пару кусочков больше. Хай ест тебе на здоровье, дитина. Вот это щедро. Спасибо. Бежи, на здоровье. Так, вот это тоже надо сделать. Приятно. А чай кто-то сделал? Я думал, ты сначала сделаешь чай, просто, а потом будешь руками грязными стаканчики брать. Гамиле. Какими грязными? Гамиле. Это было гамиле. Ну, о. Еще раз пускай закипит. Он горячий. Запекит. Запекит. А где стаканчики большие? А. Зайцев закрыл своими руками. Так, раз, два, три, да? Ну, как минимум, да. Раз, два, три. Прекрасный чай. И как, открываешься? Опять скрытая реклама. Угу. Красава. Я вижу, Тёмочка, да. Только аккуратно. Да, так оно ко мне потом прилипнет. А ты что-нибудь так тут делаешь, Костя? Ой, ну упало на пол. Но.
Аккуратненько. Во, спасибо. Ух ты. Баня, что вам давать? Все три разные. Кому какой попадется, такой будет. Угу. Тут нету моего. Зай, все три разные. Кому какой попадется, такой будет. Нет, еще одну ночь. А тут ее нету. Я тоже ее хотела. А, да, нету? Да. Ну, значит, всем три разные. Не очень такой сюрприз бокс оказался. Угу. Будешь? Зай, мне все равно. Манго буду, да, спасибо. Прекрасно, Гарат, вкусная штука. Зая. А ног тебе на ногу прилипло, я знаю. Ну капец, где мусорка? На месте здесь, с этой стороны. На какой? Нет ее там. А где мусорка? А ну за креслом, глянь. Здесь, в ванной. Да ладно, первый раз там мусорка. Да ладно. Вот так, вот так. Так, а я буду насыпать цукор. Вот, Зая, Костя, тебе, мне. Костя, ну. Ну ладно. Ну ладно, такое ведро. Ну да. Оно так вот только раскроет вкус. Да. Потанцевал. Потанцевал, да. Потанцевал? Да. С кем? Ой, я так буду с чаем. Заваркой. Так, я сюда ложу три или надо всем сразу? Я буду вот так. Да сразу пачку. Мне, пожалуйста, три. Три, да. Я губ. Ой, как оно запахло. Не буду говорить. А что у нас так много сахара? Так это ж хорошо. Ну да. Лучше пускай будет. Я взяла, ты взял. И я взял. Неси чайник, пожалуйста, дочка. Угу. Чайничек. О, прекрасно. Так, а Костя, ну что ты так далеко поставил? Ну, что-то я понюхал. Он с водой был? Со сладкой почему? Боже, я не могу понять, какой прекрасный пах. Сейчас они зальются, и потом поймешь. Вот это твой день. Спасибо. Куда? Да, это точно. Парень. Разогнала. Я себе разогналась много. Аппетита. Спасибо, приятного. Дядька, тебе тоже. Спасибо большое. Ого, красивый. Все, с ночного. Когда сухим зашел парень, теперь красный как. Палочки, вот. Да поверь мне, я тоже. Палочки, выручалочки. А поверь мне, я еще и красный. Mm-hmm. Потому что сухим зашли и реально попекли себя, получается. Трешки, да. Да, видишь, и ты такая. Да. Не мы так. Поэтому не надо сухим идти. А у меня вот тут здесь вообще. Представляю. Я за это просто вчера поцарапала. Я вижу там. Приятно, что сейчас кушают. Если вы кушаете, смотрите наше видео обязательно. И подписывайтесь. Спасибо. Привет. Фух. Так, только что так было жарко в ванне. Это капец, а ну. Что они там еще? Первый пошел. Ух ты, пошел. Ай-яй-яй. Зая. Зая. Давай. Того, что так тепло, даже не видно, как выходить туда. Давай, прыгай. Я отходю. Ну как? Это топ. Я закрываю. Что тут? Ну, меня не надо брызгать. Боже, у вас вода из берегов выходит. Ну, да. Ну, ее проблема. Да. Сейчас сам тут. Ныряй. А что тут у вас свет светится, если сейчас нет? Не знаю. А может, это такие вот там где-то выключатели? Я пойду включу тебе. Вот это? Я включила тебе. О, хорошо? Нет, включаю. Да, сейчас посмотрим, поищем. Поищи, может где-то включается. О, на спину как. Да папа, я папу ласка буду. Все, валите. Ой, боже, я думала, Костя уже ушел. Умничка. Не нашла, да? Нет. Мне страшно за лесенку, когда Костя поднимается. Она так. Я понял. На лёгкую поднялся. Там вся щучка там. На меня. Она со скважины. Ой, кто-то звонит. Звонит кому? Тебе. Я возьму. Где там мама? Не выходит, только они аккуратно, здесь скользко. Хорошо, сейчас щучку. Да, прыгай, прыгай, давай, раз, два, три. Молодец. Я туда попался. А вот и мама. Вот это как нет. Тёма, давай, давай, давай. Да ныряй ты уже. Я спать нормально.
Ну и что это за охлаждение никакое? Никакущее. О-о-о. Вот это я понимаю, другое дело. Ничего себе. Что там хорошо? Подсветку мы, короче, не нашли, где это. Не, реально, я все подключаю. Куда ты? Куда? Мы с туда. Приходили? Костя! Уже не буду приходить. Прыгай. А? Будь здесь. Раз, два, три. О! Пока. Здесь. Вот это оно! Наконец-то Таня нормально приземлилась. Молодец. Все, я тут остановлюсь. Так лучше зайти. Удобненько. Да. Короче, будет больше шума, зай, тикай, тикай греться. Пошли, давай, будем играться. Ага. Ты чё? За кулисами. Да, Тёма, тихо, аккуратно, пожалуйста. Да, нас стало больше. Так, стоп! Брысь! А я тебя вижу. Я просто так маленько плю. Боже, где пора гуляю? Аккуратно, Тёма, только. Давай! Прекрасно! Нырнуть сразу туда. О! Спаслась. Да, от кого? Меня все равно холодной водой охватило. На Костю, да? О! Вот так. У вас прилет. Зай. Костя, как тебе ведро купить новое? Что там, все и нужно есть, да? Да. Отлично. Опачки. Смотри, Юра стал не прибей. О, прекрасно. Так, тикай, да. Чуть-чуть можно, только разве что в стену. Легкая, да. О. Отлично, все рассчитано. Все рассчитано, да. Все, короче. Оп.
Ой, да тут реально воды больше, чем надо. За бассейном воды больше, чем в бассейне. Притом очень чистая вода. Да. И без запаха. А, бывает же хлора добавляют. Ой. Классно. Чем вам еще соли сюда? А, да, кстати. Морской соли сюда и будет топ. Так, то я пошел, уже тут все мокрые. Да. Ай, капец. Это невозможно. Это очень хорошо. Очень жарко. Не, мы же продлеваем на час. А, так надо звонить. Надо звонить. Так. А прикинь, скажут нема. Кто-то следующий придет на пару часов. Вот, блин. Ну, узнайте. А все же не против, да? Да. На телефон и реагировать на отпечаток. Раскисли пальцы и все на свете, да? Капец. Ну, позвони, узнай. То у нас как бы там еще еды есть, еще две пиццы осталось. Сейчас. Там Таня, короче, звонит этот. На часик, наверное, продлим. Правильно? Бо у нас осталось полчасика. А прикинь, сейчас скажут, занято. Что? Прекрасно. Слава Богу. Не мажь никого за нами. Так в такое время не будет. У нас сегодня просто день недели. А что? Никого нету. А, да? Ну, да. Первый рабочий день недели. Понедельник. День тяжелый. Да-да-да. Тоже. Напряженный. А, так, попить. А может чай как-то добавить? А, или там, наверное, воды уже нема. Сейчас посмотрим, что там по воде. Что, тебе руки трясутся? А? Перекупались, руки трясутся, да? Горячая, холодная, холодная, горячая. Еще холоднее горячая. Зая, що це було? А, я тебя вижу. Таня, вот как чувствуешь? Я уже пойду комнату, как тут Таня с камерой, как ничего не было. Да. Аккуратно. Это я? Давай. Я смотрю, ты так аккуратно ныряешь, а от тебя брызгов нету, но волна идет нормальная. Старался. Надо хоть, чтоб мишень была. Обманные маневры такие. Пока не шел на артиллерии. Это было в миллиметре. Это было в миллиметре. Блин, не попало. Да. Куда? Ты смотри, вот из камеры сейчас пойдешь вместе со мной. Не пойду. Я с камерой, меня нельзя трогать. Ну и что? Вот это свежо. Эй, бассейн надо? Да, 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 еще один, я заметил. Очки надо? Да. Не, у меня старый. Надо фикарить. Вот два ведра.
Зая, почувствовала землетрясение? Да, почувствовала. Все, бежите, закрывайте двери. Что такое, Тёма? Ты что так? Ты что так ляпнулся? Все, бежи в баню, Тёма. Все уже там. Все нормально. Кто в курточке, кто раздетый. Удобно, да? Как и полагается, контраст. Да, контраст в бане. Надо вот это куда-то все организовать. А вот это можно куда-то организовать? Не, у тебя есть расческа. А тут может быть... Кто? Да, гляди. Не, его бы уже конфисковали, думаю. Адаптировали, да. Адаптировали. Так, ну что, ой, надо водички попить. Есть стаканчик? Вот, большой, пожалуйста. Это большой, что здесь? Чье это? Что это? Не важно, будет мое. Это то, я вообще Тёме наливала, это нам. Да ладно, бери, пей, господи, какая разница. Ну ладно, спасибо. Тёме оставим, да? Тёма, будешь пить? Желательно. Я весь выпью. Что значит я весь выпью? Ты выпей. Так, мы уже собрались, да? Собрались. Жалко. Так, только надо теперь вот это убрать. Но здесь немного, конечно, но да. Нормально выгляжу. Нормально. А, да? О, поддерживаю. На секундочку открыть. Конечно, у нас супер топовый помощник оператор. Да, согласен. Что там, хорошо? А, двери закрываются. Ну ладно, все равно. Но сюда хорошо. Ничего страшного. Можно я здесь поставлю? Можно еще приоткрыть. Фух, ладно. Встретимся уже в машине. Согласен. А можно мне пристегнуться? Да, я уже пристегнулся, еще даже не сел, уже пристегнулся. Блять, у кого-то есть? Нет. Нема. У меня айфон. К сожалению. И папа, к сожалению, проводов не взял. У папы беспроводная. Вот. Тёма, зарабатывай себе на беспроводную. На беспроводной телефон. Хотя они и так все беспроводные. Ага. О, так. Все, уехали? Да. Ребята, поехали. Ой. Далеко, фу, да? Кто что? Да, машина. далеко. Им в одну сторону, нам в другую сторону. Всем, все по домам. Ну да. 100%. Сразу подкидыш себя выкинуть? То подкидыш, а то еще от другого, как меня один одноименный человек называл, то еще не буду выражаться. Один одноименный? Я вижу, что это ты. Растирайся. Правильно. Все, домой. Но состояние офигенное. Да, это понятно, 5 часов бабули. Да, 5 часов. Я фигу прикусила. Зачем? Не знаю, хотела так сказать быстро. Мы продлили еще на час. Прекрасно. Да. Это уже классно. Да? Мы потратили целый час. Судя по дому, света нету. Света может и есть, но нет электричества. Какая разница? Я называю вещи своими именами. Ну да, такое себе. Все, ребят, спасибо за день. Все, Кость, давай. 21-21. Ты же смотри, там надо быть завтра же хтырка. А, 21-21. Ну, завтра готовься, ты завтра не на работе. Нет. Прекрасно. Все, побачим. Все, давай, до завтра. Я подключаю, отстегиваюсь. Красава. Все. Так им надо, не спеши, голова. Будете дома, позвоните, пожалуйста. Счастливенько, попа. Давай. И ты будешь дома, позвонишь. Там он сейчас и позвонит через секунду. Было ж такое уже, через секунду в зал позвонит. А я уже дома. Во! Звонит уже. Алло. Я дома. Прекрасно, спасибо. Все замечательно. Все, давай. Звони, когда покакаешь. Я говорю, слушай, в порядке, живой-здоровый, да стул целый. Я же говорю, звони, когда покакаешь. Не хочу какать, такие. Блин, тогда завтра позвонит. Я еще этот в бане, в бассейне не успел. А, да, ну ладно. А вы думали, что вода тёп. А, ну да, да, заметил. Ага, все, счастливо. Давай. Пока-пока. Давай. Позвонил, отчитался. Ай, капец. Мы тоже приедем домой, отчитаемся. Так, чай. Это то, что мы домой именно покупали. А ну. Сейчас давай на руку мне. Посмотрим. Штативчик надо на место положить. Давай, секретный пол. Вот куда-то аж в середину. Там место. Тёма, накинь курточку. На хотя бы капюшон на голову накинь. Давай, пошли.
Все, домой. Ты так в машине заигрываешь, да? Действительно. Короче, пришли мы домой. Выполняем обещанное. Нагрели, так нагрели. О, да, хорошо, Андрей. Здравствуйте. Мы дома. О, замечательно, супер. Все, спасибо, до свидания. Все, спасибо, до свидания. Будешь созвонить. В смысле, что какаешь? Прекрасно. Так. Надо разобрать пакет с ванной. Там Сережа мобилю двери закрыла, чтобы не мешать. Пакет в пакете. С полотенцем. Что у нас тут есть? У нас есть чай для Вани. Чай домой. Есть одноразовые вилки, тарелки, что-то еще. Сахар. Специально для Вани. Вода еще даже есть. О, мои печеньки. Шоколадка. Зефирки. Зефирки, мармеладки. Пирожки. Костин. Сладкий. Это, конечно, все хорошо. Надо поставить стирку. Так, надо поставить стирку. Оп. С ванной полотенца мокрые. Мыло, я думаю, не надо туда засовывать. Так, второе. Мячик. Эфирное масло. Ох. Самое мокрое полотенце, которое было в самой парилке. И вот так. Есть такое дело. Итак, завершение сегодняшнего дня — покушать супика. И можно будет ложиться спать. Банька утомила, разморила. Ну, не утомила, но разморила трошки. Там было так хорошо. Зайка, тебе чуть-чуть? Хватит. Нет, я тебе говорила, супиком накормлю. Я тебе половинку. Все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Большое спасибо, что все были с нами. И всем пока. Муа. Зайка, несу. Я несу. Оп. Без ложки справишься? Спасибо. Без ложки справишься? Монтируй. Монтируй. Зачем ты это сделала? Все, всем пока. Не мешаем. Зайка, мы не мешаем. Послезавтра в Ахтырке увидимся. Да, послезавтра будем в Ахтырке.